Замминистра сельского хозяйства Илья Шестаков рассказал сегодня о перспективах продовольственного рынка. Свой отчет он представил журналистам. Его выслушал наш корреспондент Александр Наумов. Александр, что там было интересного? Замминистра сельского хозяйства говорил, конечно же, про вести полей. С чувством глубокого удовлетворения встретили журналисты профильных изданий новость о рекордном урожае зерна. В этом году наши комбайнеры и хлеборобы соберут в закрома родины 90 миллионов тонн. При внутренней потребности страны 70 излишки продадут за границу. Однако при всем при этом озабоченность министра Шестакова вызывают отдельные случаи злоупотреблений на местах. На Урале и Сибири цены на хлеб неоправданно завышены, считает он. А нерадивые производители, повышая стандарты качества, бессовестно добавляют в хлебобулочную продукцию пальмовое масло. За год выливается более 50 тысяч тонн от этого хлеб и получается таким невкусным. Нескрываемой ненавистью министр поведал, что оборотни в белых колпаках поливают всякой гадостью не только хлеб. Народные комиссии, куда входят сознательные товарищи, в ходе рейдов по магазинам выявили 30 опасных для здоровья образцов сливочного масла, более половины образцов сгущенки, сметаны и плавленых сыров. Буржуины, кормящие народные массы подобным фальсификатам по требованию народных комиссаров, будут заноситься в черные списки, а спекулянтам из розничных сетей... тысяч наличными мелкими купюрами в этот маленький шелковый мешочек. Мадонна, если бы это была чужая свадьба. Поле, я принес тебе сэндвичи с колбасой и ветчиной. Тупой кретин. В чем дело? Возвращаться к работе. Том. Так уж заведено. Ни один сицилиец не может никому ни в чем отказать на свадьбе своей дочери. Дон Корлеоне, быть приглашенным на свадьбу вашей дочери – большая честь для меня. В чем дело? Убирайся отсюда. Это частная вечеринка. Пошел вон. В чем дело?